Здравствуйте, дорогие подписчики! Я вас приветствую! Вы в гостях у Елены в моем саду. И сегодня хочу показать вам свои петунечки, как они выглядят. Потому что меня спрашивают: Лена, покажи. И хочу начать вот с этого шикарнейшего 25-литрового горшка. Вот такой вот он большой. И вот я высаживала петуни. Есть у меня, когда я сажала их вот в этот горшок, в теплице. И посмотрите на сегодняшний день, что творится. Посмотрите, сколько бутонов. Посмотрите, посмотрите. Вот все, прямо взрыв бутонов. Весь усыпанный бутоном. Представляете, как он будет цвести. Вот он уже начинает. Уже давно начал, я уже сколько срывала. Уже отцветший. Вот смотрите, отцветшие бутончики обязательно нужно срезать. Вот так вот. Мы их срезаем, потому что они не дадут цветению другим. Вот у меня уже тут отцвелые есть. Я уже их убираю. Вот так. И оставляем только те, которые цветут. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, как он красиво смотрится. Кружочек такой. Посмотрите здесь на белую красоту. Посмотрите, какой горшочек. И как он будет цвести. Усыпанный тоже. Просто усыпанный. Видите? Дальше розовый. Посмотрите, какие... Я сейчас вам скажу. Вот, посмотрите, моя рука. И вот я взяла в руку. Можете себе представить, какой это... С мой кулак, даже больше. Вот такие цветы. Вот, посмотрите, чернильный прямо. Очень красивый. Красота неописуемая. Это махровый. Смотрите, тоже какой крупный большой цветок. Смотрите. Видите? Какая красота. Просто нет слов. Как они уже... Они цветут уже давно. Хоть и были дожди, но сейчас, вот как уже сегодня, например, утром я обратила, что... Очень обильно раскрылись они. Посмотрите. Вот. Вот так вот горшок выглядит. 4 штуки не вмещается в экран. Вот так вот выглядят они. Фиолетовые, розовые, красавные, белые. Вот. И здесь вот тоже. Видите, какой горшок? Я люблю вот так шариками, люблю. Не люблю, чтобы у меня телемпался один или там два. Значит, это горшок. Вот эти горшки большие, они у меня имеют 16 литров. Вот. То есть тоже большие, смотрите, чтобы земли больше было, питание им. Эти вот поменьше имеют у меня. Но эти вот тоже, видите, какие красивые. Это вот еще не цветут, но уже все, все в бутонах. Вот такие вот они красивые, в серединке с черным глазком. А вот такие кремовые, розовые. Эти я вам тоже потом покажу, какие будут. И вот этот горшок, помните, 20-литровый я вам тоже показывала, сажала. Посмотрите, вот какие красавные. Они очень крупные будут. Это вот первый цветочек расцвел. Видимо, холодно, он не особо как бы... Ну, дождь и холодно, конечно. Что тут для петунии, это очень плохо было. Сейчас вот... Будет распускаться, он прямо с ладошки, прямо вот очень-очень большой. Так вот заодно и розы покажу. Это вот такая вот шарообразная. А это вот плетистая. Видите, как уже пошла. Очень хорошо, надо полоть. Очень много мокрицы, смотрите, сколько. Вот буду начинать. Дожди прошли, буду начинать. Вот так вот выглядит. Сейчас покажу еще с той стороны у нас есть. В общем, вот так вот красиво овивает веранду нашу. Вот такая вот красота. Конечно, еще вот видите, в кашпо тоже они очень хорошо. Вот. Вот видите? Вот они все. Этот белый. Это фиолетовый. Высоко, конечно, я не могу снять. Но вы видите. Вот. Там я много их не посадила. Вот здесь еще. Вот он какой тоже. О, какой здоровущий фонарик. Я в кашпо вьющиеся много не сажаю, потому что они очень сильно разрастаются. Очень. Есть розочка хорошо пошла, моя тоже плетистая. Видите, какая уже она. Какая чистенькая. Смотрите, еще здесь я посадила. Я уже показывала. Видите, вот я отрываю. Постоянно подхожу. Вот, и отрываю. Вот такая еще красная. Вот таким вот образом. Так что, вот так. Вот такая еще. Белая. Вот посмотрите, какая крупная. Очень крупная и очень красивая.
Они у меня тут в кучку, я их собрала, думала, дождь будет. Немножко в разнобой их поставила, конечно, спустила. И смотрите, какой еще у меня тут сорт есть. Он мне очень тоже нравится. Смотрите, какой красивый. Вот он. Очень красивый. И тоже вот отцветший. Если срываю вот этот, которые цвели. Здесь вот у меня лобелия. И моя красавица пеларгошка. Лобелия уже тоже начала цвести вовсю. Вот так вот. Таким вот образом. Сейчас стрижем газон, делаем порядок. Ну все. На этом я закругляюсь. Желаю вам всего самого доброго и самого хорошего, мои дорогие подписчики. Удачи вам и хорошего цветения вашим цветочкам. Пока-пока.